Пройшло трохи більше тижня з того, як у Москві поліція затримала полковника ГРУ Квачкова. І ось прилітає новина, як поліція у Петербурзі навідалася до зв'язочки нашого каналу Ігоря Гіркіна-Стрілкова. Вчора поліція затримала одного з друзів Гіркіна – Федосєєва, а сьогодні намагалася заборонити проводити зустріч з самим Гіркіним, який знову мав просвітлювати пітерський люд на тему бунту Пригожина. Оцей чубзік аж світиться від щастя та нагоди нарешті взятися за Гіркіна, бо той майже всю дорогу забагато балакає. Поліціянти змусили Гіркіна підписати застереження про неприпустимість дій, що створюють умови скоєння злочину, посилаючись на те, що захід було не узгоджено у встановленому законом порядку. Хто знає, якщо поліція почала пересувати якийсь книжковий магазин, де Гіркін любив понити на публіку, ймовірно, і низова ініціатива під назвою «Клуб розсержених патріотів» тепер має всі шанси перестати існувати, бо від розсерженості до екстремізму один крок. Пригожин підтвердить. Понятно. Лохи. Цікаво, до речі, за цим спостерігати зараз. Особливо в контексті того, що деякі друзі Гіркіна під час бунту Пригожина з усмішкою на обличчі міркували на тему, що бунт показав, хто є хто. Але це зараз спрацювало і в зворотньому напрямку. Адже на Росії не люблять тих, хто активно висловлюється проти влади. А Гіркін і йому подібні за весь час повномасштабного вторгнення. Наговорили дуже багато. Типовий жабогадюкінг. Даже не интересно говорить обо всем этом. Столько раз сказано все. Все. Когда опасно. Люди просто исходят из интересов. Вот перевернутая пирамида. Во главе угла должны стоять национальные интересы. За ними должны идти государственные. И уже под ними. Внизу должны идти личные интересы чиновников. Которые не должны противоречить ни государственным, ни национальным тем более. У нас строго наоборот. У нас во главе угла интересы VIP-чиновников, и они же олигархи по разворовыванию страны. Жадные, тупые люди, гедонисты. Потом у них идут государственные интересы, потому что государство обеспечивает им возможность ни хрена не делать и наслаждаться жизнью, просто становясь мультимиллиардерами на ровном месте, палец о палец не ударяя. А национальные интересы, если случайно совпадают с интересами государства или чиновников, вот тогда о них кто-то вспоминает. Они в самом низу у нас. У нас пирамида полностью перевернута, классическая. И пока она не встанет в свое нормальное положение, у нас все будет через задницу. В самом худшем виде. И скоро, к сожалению, все это почувствуют на своей шкуре. Все. Если боевые действия растянутся, будут развязаны достаточно крупномасштабно, будет залетать. Причем, если они, чем неудачней военные действия будут идти для Российской Федерации, тем больше шансов, что будет залетать много и хорошо. А если они пойдут совсем неудачно, условно говоря, тогда дорогие украинские партнеры Владимира Владимировича, киевские, непременно будут и обстреливать, и бомбить, и все, на что у них хватит ума. Пусть да. Они там себе, пусть те, кто воображают себя незалежными украинцами, пусть они думают о себе все, что хотят. Для меня Украина была, есть и до моего смертного часа останется частью России. А те украинцы, которые не считают русских врагами, они в моих глазах такие же русские, как и мы все. Применили бы вы ядерное оружие, спрашивают. Да я думаю, что здесь-то зачем его применять? У меня нет ядерного оружия, чтобы его применять. В любом случае, применение ядерного оружия – это экстраординарная мера, которая… Применять его надо против основных противников, я считаю, когда уже что... нет основного другого я считаю, хода. Я считаю, что вообще применять ядерное оружие, проигрывая вас в обычной войне, ну тогда зачем вообще начинать войну? Если ты ее не можешь выиграть без ядерного оружия. Мы возвращаемся к вопросу о качестве нашего руководства. В 2014 году можно было взять все бесплатно. И в Берлине, и в Лондоне, и в Париже благодарили бы, что если бы не взяли Львов, уже благодарили бы. Если бы от Украины что-нибудь оставили, благодарили бы. В конце концов, можно было взять от Харькова до Одессы, и были бы там страшно рады, что русские не забрали и Киев тоже. Но эти люди, которые сумели
уникальную, такое раз в 100 лет бывает, победу превратить спустя 8 лет в полное поражение, вы от них что-то хотите сейчас? Я уже давно привык к тому, что если есть несколько вариантов развития событий, то Кремль будет действовать по самому худшему или еще хуже, чем можно придумать. И только внешние обстоятельства могут помешать Кремлю пройти по этому пути. Как в свое время помешало слишком большие аппетиты Японии, помешали Кремлю отдать половину Курильских островов, на что они были готовы. Японцы потребовали все и сразу, а наши были готовы отдать половину. И отдали бы, если бы японцы проявили меньше аппетита, и все, больше никак. Тогда таки сделаем блицом вопросы. В общем, вопросов несколько было. Почему на Украине существует добровольческий корпус, да? Они сделали его. Почему Российская Федерация? Потому что Российская Федерация не заинтересована в существовании добровольческого корпуса. Вот. Руководство, Кремль не заинтересован. Вместо этого слепили вот это убогое СДД, которое возглавляют люди, которые добровольцами можно назвать, ну, только в качестве, с едким сарказмом. Подавляющее большинство из них, по крайней мере. Можно ли сказать, что если сейчас Кремль проявил слабину, пойдет на попятную, что дальше пойдет по нарастающему? Отдай тот. Непременно. Будет как с Милошевичем, доведут до Гааги. Пока же Российская Федерация находится в том состоянии, в каком она есть, надо удерживать все до момента, пока не будет возможности спокойно, решив самые главные проблемы, разбираться со второстепенными и третьестепенными. Абхазия и Южная Осетия – это не самые острые проблемы. В Российской Федерации внутри ее есть намного острее. Что будет с Приднестровьем? Ну, если потеряете Российскую Федерацию, потеряете Приднестровье, естественно. Оно уже сейчас. Ну, в случае, если Украина начнет наступление, судьба Приднестровья фактически предрешена. Предрешена, причем в ближайшие дни после начала наступления Украины на Донбасс. Уж этот-то приз они не упустят точно. Совсем совершенно точно. Да. Если у РФ силы прорубить Сувалский коридор, так это имеется в виду? Прежде чем прорубать Сувалский коридор, РФ необходимо отразить наступление Украины на Донбасс, пробить коридор до Одессы и Тирасполя, и только после этого думать о том, что делать с прибалтийскими лимитрофами, которые фактически превратились в более мелких, но не менее злобных цепных псов Соединенных Штатов против России. Такие же, как Украина, только намного более мелких. И все. Прежде чем думать, как выстраивать с ними политику, какими методами приводить их в чувство, перед этим необходимо отразить атаку на Украину, на Россию и решить украинский вопрос полностью. Потому что пока Украина, так называемая, существует как государство, она всегда, тем более в таком ее нынешнем состоянии, она всегда будет угрозой для самого существования России. Не говоря уже о том, что Россия без Украины – это как человек без ноги или без правой руки. Инвалид. Россия без Украины – инвалид. Не надо, я еще раз это повторю, что или вообще не надо было лезть на территорию Украины, или надо было идти до конца. И самый выгодный и почти бескровный вариант было взять всю Новороссию от Харькова до Одессы, включая Екатеринослав, и посадить в Киеве сколько-то лояльное к Российской Федерации правительство, чтобы, поварившись какое-то время в своем собственном соку, они прикатились к пониманию, что необходимо интегрироваться с Российской Федерацией. Собственно говоря, стратегическая задача остается в Российской Федерации по сей день. Или Россия погибнет, или она снова объединится. И Белоруссия и Украина снова войдут в ее состав. Вместе с Российской Федерацией. Если эта стратегическая задача не будет выполнена, можно долго спотыкаться, постепенно распадаться.
мы вернемся в состояние действительно Московии даже после смуты по Столбовскому перемирию 1619 года. Да, по-моему, в 19-го, Столбовское, по-моему, перемирие. 1617. Или 18-й, или 19-й. Там Ямзапольское и Столбовское два перемирия надо было. С поляками и со шведами, да. Ну, в общем, да, будем в сильно плохой форме. Что будет на Северном Кавказе в случае... Да, если будет проигрыш. Если будет проигрыш, ну что? Там все созрело. Северный Кавказ целиком на 90 с лишним процентов дотационный регион. И Чечня в данном случае не самый плохой вариант, потому что в Чечне есть нефть. Ее там не очень много, но она легкая и высокого качества и очень легко добываемая. Это хоть какие-то живые деньги, это возможность хоть как-то кормить население. Другие регионы Северного Кавказа, где при советской власти было много чего построено, где когда-то было большое русское население, они, во-первых, стали почти мононациональными, большинство из них. Во-вторых, все советское наследие разрушено и сдано на металлолом. Если дотации из центра перестанут поступать, весь Кавказ взорвется просто независимо ни от чего. Люди просто начнутся бунтовать, потому что им нечего будет жрать. Кавказ сам себя не кормит. И Чечня сама себя не кормит. Кадыров, кстати говоря, да, скандальная цифра 3 миллиарда, это звучит, но, по крайней мере, он и об этом открыто сказал. Другие об этом не говорят. Да, в Чечне коммунизм. Да, газ бесплатный, электричество бесплатное, вода бесплатная. Коммунизм. Даже при социализме платили за воду, за газ и за свет. В Чечне не платят. Ну и в Дагестане тоже коммунизм в этом плане. Десятки тысяч людей живут в поселках. Военный коммунизм. Десятки тысяч людей живут в поселках, причем где не самые дешевые дома, там двух-трехэтажные коттеджи. И не платят ни за воду, ни за газ, ни за электричество. Просто подключаются. И Москва все это списывает. Год за годом, десятилетие за десятилетием. Но если их отключить от этого электричества, если их отключить от этого газа и еще не платить пенсии, пособия и зарплаты чиновникам и силовикам, естественно, там будет бунт и война всех против всех. В которой, естественно, будут принимать участие и националисты, которых взрастили в великих количествах, они занимают чиновные кресла. И сейчас они клянутся верности Единой России, завтра будут клясться верности заветам Аллаха и там Аль-Вахаба. И исламисты, и все, кому не лень. Это объективно. Может быть еще масса субъективных факторов, но поражение во внешней войне приведет Российскую Федерацию к частичному распаду. А может быть, и не частично. Это коснется не только Кавказа. Попри все, ми, шановні глядачі, вистояли і обов'язково переможемо. Бо разом ми сила. Підпишіться на канал, ставте вподобайку, пишіть свій коментар та поширюйте цю інформацію.